Здравствуйте, из-за подписчики моего канала, и вот тут пользователь под ником D1 написал такой комментарий, да. Доброго времени, я была свидетелем, как человек с нечеловеческой скоростью двигался. Падали ботинки с витрины, бутылка воды, и ребенок непоседа куда-то рвался убежать. Движения были настолько быстрыми. Выглядело, как будто время остановилось, чтобы он смог все это поймать и положить на место. Ну, такие явления происходят, и понятное дело, что это маг, который способен двигаться, оперировать современными параметрами, да. И время от времени некоторых магов выносит. Такие вещи есть даже вот во время войны, когда падает снаряд, человек видит, как вот этот снаряд разрывается медленно, вот, создавая как бы цветок из осколков, а потом уже они только разлетаются. И в таком состоянии человек реально может успеть спрятаться, так, чтобы ни один осколок его не задел. Такое явление происходит с магами. Спонтанно они выходят за пределы времени, перестают быть рабами времени, и это явление встречается с магами. На этом, я думаю, ответил на вопрос пользователя под ником D1, который вот недавно вошла в число из-за подписчиков. На этом до свидания.